А, вот видите, уже колбаски гремешки. Говорит, это от нас, она у нас покупала. Супер, хорошо. Обязательно, если она выиграет путешествие, то мы обязательно вас... Она придет и все у вас купит потом. Поверьте. Супер. Как вас зовут еще? Владимир, давайте поаплодируем мужчине. Ему сложнее всего будет, потому что если он вдруг выиграет, его будет не любить 4 прекрасных красивых девочки. Как вас зовут? Елена. Друзья, аплодисменты для Елены. Невероятно, хорошо. Друзья, все очень просто, смотрите. Перед тем, как мы узнаем, кто же из вас 5 получит приз, я хочу с вами пообщаться. Пообщаться хочу...